Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела вместе с вами начать кроить и шить платье. Платье по выкройке из журнала Бурда 1-2023, и вообще это выкройка блузки. Модель 115, она мне очень понравилась, и мы когда с вами ее обсуждали, я сказала, что хотела бы изменить здесь пройму. Мне не совсем нравится длина плеча, мне не нравится приспущенный рукав, поэтому я хотела бы классическую пройму с классическим рукавом. И тогда я предложила, что вот как можно скорректировать, можно просто взять пройму от какого-то подходящего по объему платья, то есть нам нужно платье полуприлегающего силуэта, не в обтяжку, не оверсайз, а вот что-то такое прямое, немножко такое свободное. Модель 103 вот идеально иллюстрирует то, что нам нужно. И я решила попробовать. В общем, проверить, что же получится, получится ли вообще хоть что-то, будут ли какие-то подводные камни, провести такой эксперимент. Но я единственная девчонки взяла другую выкройку. То есть не вот то 103-е платье, а проверенную бурдовскую выкройку, по которой я уже шила несколько раз, которая мне в принципе нравится. Как раз вот тоже полуприлегающий такой слегка свободноватый силуэт. Это платье из номера 8-2015. Суть та же самая. То есть прямое и аккуратненький такой классический рукавчик. Я делала макет. Обязательно делала, или как пробник его назвать, потому что как-то сразу кроить я не решилась. И, в общем-то, правильно, потому что когда я скорректировала пройму, то есть я просто на вот эту 115-ю выкройку подставила ту с классической проймой, немножко у меня ушло лишних сантиметров вот здесь по плечу, и как бы получилась новая линия бокового шва. Я читала отзывы девочек на эту выкройку, кто уже шил по ней, и там как раз писали, что ушивали немного по боковым швам, потому что как бы блузкой получалось широковато. Я подумала, что хорошо, вот у меня получилась новая пройма, как-то сразу новая линия бокового шва. В общем, платье уменьшилось само собой, и ушивать ничего дополнительно не нужно. Когда я сделала пробник, то заметила, что вот на груди оно как-то вот очень так плотненько садится, а выкройки с драпировками, они должны садиться свободно, чтобы эти драпировки лежали свободно, то есть оно это вот такие вот платья, они должны быть как будто слегка большеваты. Ну вот по моим ощущениям, я вообще человек, который любит все заузить прям очень сильно, и я себе говорю, что должно быть вот чуть-чуть большевато, как бы на четверть размера побольше или на пол размера побольше. Я решила вернуть отхваченные сантиметры, но здесь еще важно понимать, в какой области не хватает. И по моему наблюдению, вот как на манекене сидел пробник, да, не хватало не в боковых швах, а как будто бы в объеме груди. У Бурды это называется корректировка выкройки на большую грудь, то есть на большую чашку, большую чашку, да, то есть объем именно самой груди, выпуклость, так скажем. Я скорректировала. Немножко у меня вернулось сантиметров по боковым швам, добавилось, увеличилась вот здесь вот зона. Второй пробник, и вроде бы как все получается. Объема в области груди стало больше, появилась свобода драпировки. Отмечаю приблизительно линию талии, приблизительно потому что на примерке буду корректировать. Здесь нам также нужно добавить 2 сантиметра к длине лифа, чтобы лиф мягко драпировался и образовывал красивый напуск над талиевым швом. Закладываю складки на левом плече. У первой и второй складки от горловины глубину направляю в сторону проймы и в таком положении прикалываю. Участок плечевого шва, который остался правее от третьей складки, укладываю лицевой стороной вдоль лицевой стороны складок, вот таким вот образом, прикалываю, отступив 1,5 сантиметра, это ширина припуска на шов, и отворачиваю изнанкой к изнанке. Таким образом у нас формируется третья складка. Закрепляю глубины складок машинной строчкой, и вы можете видеть, как образуется вот такой небольшой наплыв. Возможно, это происходит из-за особенностей материала или некорректного выкраивания. В любом случае нужно скорректировать, то есть мы распарываем строчку и укладываем складки без наплыва, даже если немножко сместятся срезы.
Также хочу показать, как корректировала спинку. Принцип здесь тот же самый, что и при корректировке полочки. Сначала изменяю плечевой срез. Укладываю выкройку основу на выкройку 22 года, совмещая точку основания шеи, то есть там, где шея переходит в плечо. И от этой точки прорисовываю новую линию плечевого среза, дальше пройма и новая линия бокового шва. До последнего я была не уверена в воротнике. Даже думала, что можно сделать какую-нибудь обычную круглую горловину, убрать эту стойку, потому что о ней тоже были такие двоякие отзывы, что как-то шея тесновато, неудобно. И пока вот я пыталась по пробникам оценить, что же получается, но поняла, что пока я не обработаю вот эту стойку так, как положено, не сделаю обтачку, все хорошо не отутюжу, будет неясно. В общем, сделала. Обтачка у меня проклеена дублерином, обметана по краю на оверлоке. Сзади я оставила вот такой вот небольшой разрез и думаю сделать пуговку. Даже думаю, если будет топорщиться вот здесь, потому что, видите, у нас высокая спинка, она прям на шею туда заходит. И если вот здесь будет как-то топорщиться, может быть, добавлю или крючочки, или какие-то пуговки. Вот по ходу разреза там будет, ну, понятно, дальше по пошиву. А так вот, в принципе, я обработку здесь закончила. Центральный шов на спинке прошила. Все припуски здесь я обметываю вместе, потому что ткань, ну, такая средней толщины. Я бы сказала, что это летняя такая ткань, не слишком тонкая, но все-таки летняя. Вот. И поэтому вот здесь вот верхушечка, видите, так вот приутюжилась. Все припуски обметаны вместе, заутюжены на одну сторону. И вот такой вот лиф. А, кстати, ну вот складочки сверху тоже лежат. Толстенько, конечно, но из-за самой ткани, в принципе, сами припуски не слишком толстые. По поводу рукавов тоже целая история. Вообще, я когда их сюда подбирала, думала, что хорошо бы иметь какие-то проверенные выкройки красивых рукавов. Я имею в виду даже вот просто, может быть, классический такой обычный рукав наш, да, но уже с проверенной красивой шириной. То есть, чтобы он был и не узкий, и не широкий. Может быть, уже какие-то складочки на нем запрограммированы, заложены в определенных местах, и это сидит красиво. Я здесь за рукава, как за базу, да, рукавов взяла рукава от блузки Шейла Вики Сокс. Шила ее осенью, и мне понравилось, как там на мои руки сели манжеты. Я сохранила выкройку манжеты, но здесь я ее немножко переделала, потому что мы с вами вот как-то тут обсуждали приемы винтажного кроя, и там я сказала, что раньше вот манжеты были не просто прямоугольниками, а такими как конусами, да, то есть немножко усечение внизу и расширение кверху. И в общем, вот эту выкройку Вики Соус я немножко переделала. И из прямоугольника сделала вот такой небольшой конус. Пока не знаю, что получится. Я хоть и манжеты уже к рукавам подшила, но, видите, еще не подшила рукава к лифу, поэтому пока непонятно. Но в целом вроде бы смотрится симпатично. Также я вот здесь с рукавом тоже думала, какого объема рукав должен быть. И думала, может, какие-то складки там фантазийные заложить. Даже там на Пинтересте нашла одну идею, но сделала макет, мне вообще не понравилось, что получилось, поэтому я решила вот просто рукавчик обычной такой классической ширины. Это вот рукав от выкройки из журнала 8/2015. Я его по вот этим вот срезам просто спрямила вниз. Получилось, что по низу рукав у меня, по-моему, 36 сантиметров. Манжета вот здесь 26 сантиметров, и у меня остается 10 сантиметров, чтобы сделать две небольшие складочки. На рукаве я добавила разрез, обработала разрез бейкой, и справа и слева от разреза заложила две вот такие вот аккуратненькие складочки. То есть вот у нас получается глубина здесь 2,5 сантиметра, и как раз вот эти вот лишние 10 сантиметров сюда ушли. И смотрится, на мой взгляд, очень пропорционально. То есть 36 по низу, манжета 26, и вот на складочке по 10 сантиметров как раз
то, что нужно. В общем, такое. Золотая середина. И сам рукав тоже выглядит не большим, но и не маленьким. Вот на таком этапе мы с вами сейчас, девчонки, находимся. Я думаю, что нужно подшивать рукава в проймы, втачивать рукава в проймы, смотреть уже на лиф целиком, и тогда можно будет кроить юбку. Я, кстати, юбки, особенно если это такие вот пышные, объемные какие-то полусолнце юбки, там какие-то, которые занимают много ткани, крою в самую последнюю очередь, потому что потом уже, если что-то пойдет не так, будет жалко, ну, как бы уже выкроена большая деталь, и если перешивать, то нужно будет подстраиваться. А пока вот я крою всю вот эту мелочевку, сшиваю, смотрю, если лиф садится, рукав садится, ну тогда можно и за юбку браться и уже кроить вот это вот большое такое вот пышное полотно. Это единственные кадры с примеркой лифа, пока у него еще есть воротник-стойка. Хотя на самом деле здесь я хотела посмотреть, как смотрится спинка. Мне не нравится, как выглядит спинка в верхней части, там, где застежка. То ли натяжение, то ли наоборот какая-то свобода. В общем, я считаю, что выкройка неудачная. И очень много моментов нужно корректировать. То, что мы исправили пройму и сделали ее с классической посадкой, никак не улучшает ситуацию с горловиной. Именно на полочке горловину нужно корректировать, расширять, потому что мало свободы, и именно из-за этого воротник стойко впивается в шею. Нам с вами нужно расширить горловину, чтобы воротник лежал свободнее. Но я этого делать не буду и просто его срежу. Выбираю фасон юбки и, как вариант, рассматривала даже прямую. Но поскольку ткань тонкая, решила отказаться от этой идеи и сделать расклешенную, но умеренно расклешенную, слегка. Также я хочу сэкономить ткань, чтобы остался материал на блузку. Поэтому выкройку юбки рисую в масштабе на клетчатой бумаге, чтобы максимально точно рассчитать и расклешение, и расход, и как лучше разместить детали выкройки на ткани, чтобы осталось как можно больше свободного материала. Длина талиевого среза у меня 103 сантиметра, потому что на лифе у нас нет выточек, лиф свободный, и он будет у нас со сборкой. Соответственно, на юбке у меня тоже длина талии должна быть 103 сантиметра, и исходя из такого, скажем так, обхвата, радиус для выкройки юбки полусолнца получается 32 сантиметра. Я сначала рисую шаблон для полусолнца, а потом срезаю у него по бокам лишнее, чтобы получилась юбка вроде бы расклешенная, но не слишком. Масштаб моего чертежа в одной клетке 10 сантиметров. По выкройке юбки полусолнце, по боковому срезу 30 сантиметров вниз, 10 сантиметров влево. И через точку 10 провожу новую линию бокового шва. И теперь зеркально через линию середины переда отражаю боковой шов на вторую сторону детали. Детали юбки у меня получились одинаковыми, потому что я выкраивала их по одной выкройке. А вот лиф у нас спереди и сзади, спереди и на спинке разной ширины. Спереди у нас драпировка, поэтому перед лифа широкий. Его я вот так вот слегка присобрала. А спинка у нас узкая, поэтому сзади пришлось присобрать юбку. Но поскольку на талии будет резиночка, вот эти дополнительные сборки будут незаметны. Резиночку вставила в припуск талиевого шва. Мне очень нравится такой прием, потому что он с одной стороны дает красивый вид, поскольку у нас лиф напрямую соединяется с юбкой, появляются сборочки, но саму кулиску не видно. И при этом талия остается пластичной, благодаря резинке она растягивается на любой обхват. Конечно, таким платьем нужен ремень или поясочек. Я сначала хотела купить готовый, но потом сплела вот такой из ткани остатков платья и цепочки. Покажу чуть позже, как я это сделала. Сейчас давайте посмотрим на готовое платье и разберемся сначала с ним. Нижний срез платья я обметала на оверлоке, подогнула на 1 сантиметр и настрочила.
довольна тем, как получились манжеты. Мне понравился и объем рукава, и объем, и ширина, и высота манжеты. Единственное, что на манжетах нужно было сделать уступ для пуговиц, чтобы края разреза при застегивании манжет у нас оказывались стык в стык, а не внахлёст. В попытках улучшить посадку воротника стойки я даже попыталась уменьшить объем воротника, то есть уменьшить объем стойки за счет того, что сделала необычную застежку на спинке. У нас там пуговка и петелька, но я пробила настоящую петлю, а не делала воздушную, то есть у меня спинка тоже застегивается внахлёст. В принципе, получилось интересно, но на посадку воротника это никак не повлияло. Как я тут не крутила, не вертела, все равно горловину тянет. Видите, вот эти складочки. Некрасиво и неудобно. Ладно, если бы было просто некрасиво, но оно прям упирается в шею. Я не скажу, что это прям поддушивает, но чувствуется на шее и как бы немножко неприятно. Я думала, что как-то получится привыкнуть, но все-таки решила, лучше я уберу вообще эту стойку. То есть пусть будет самая обычная простая горловина. Вот так вот сейчас я надела на манекен. Делала я пробник. Вот срезала я, видите, с пробника. Получается, я вот по плечевому шву срезала где-то около 3 сантиметров. А здесь спереди, по линии середины, чуть-чуть пониже, где-то 5. Вот, чтобы оно получалось поглубже. Как бы вот здесь как раз вот хотя бы у основания шеи, чтобы горловина проходила. Вот видите, даже если мы расстегнем сзади вот эту пуговку, да, то есть, ну, как-то посвободнее, там, может быть, вот чтобы была воздушная здесь пуговка, ничего не меняется, потому что свобода появляется со стороны спинки, и у нас просто сильнее начинают торчать вот эти вот уголки воротника стойки. А здесь как тянуло, так и продолжает тянуть. То есть нам с вами маловато получается вот именно вот эта верхняя часть. То есть, ну, как я предполагаю, нужно было бы сделать на выкройке вот такой разрез, пониже, конечно, раздвинуть, просто дать сюда вот побольше свободы. Потому что как раз, вот видите, горизонтальные складки как раз говорят, что мало объема. Ну, на мой взгляд. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Вообще, как вы предполагаете, здесь можно скорректировать стойку, да, чтобы не избавляться от нее. Но я просто перешью на такую вот обычную горловину. Я, знаете, еще не хотела, чтобы вот эта складка поднималась выше линии горловины. Но сейчас я думаю, что уже пусть она поднимается, как бы все равно, лишь бы было комфортно. То есть вот здесь вот. Ну, тут еще нужно учитывать, что мы срезаем, будем срезать, нужно оставить припуск 1 сантиметр на обтачку, чтобы подшить ее, то есть не прям совсем. Вот, и вот получается здесь у основания плечевого шва у нас, где складочки, как раз будет начинаться горловина. То есть я отступлю вверх где-то сантиметр, ну, может быть, 12 миллиметров, и вот отсюда буду как раз делать новый вырез. И вот здесь вот, возможно, чуть-чуть поглубже. То есть как раз вот эту вот самую такую неоднозначную часть будем срезать. А также на спинке тоже буду срезать. Ну и, естественно, вот эта вот моя петелька тоже срежется. Возможно, вам будет интересно посмотреть, как я поменяю горловину в готовом платье. Делаю это впервые и предполагаю, что процесс будет у нас идти следующим образом. Сложила платье пополам вдоль линии середины спинки и линии середины переда, то есть уравняла края горловины таким образом, чтобы когда я буду срезать лишнее, у меня одновременно срез прошел и по одной, и по другой стороне, то есть чтобы симметрично получилась наша будущая горловина. Я не стала отпарывать обтачку, потому что думаю, зачем, как бы она у нас и так, вот этот шов сейчас срежется. Вот, и что еще? Конечно, иголочки я сейчас приколола, это только по приблизительной линии будущей горловины. Сейчас я еще все хорошенько отмечу мылом. И обязательно припуск 1 сантиметр. Примерно где-то 3,5 сантиметра я отступаю от края. Учитывая, что у нас еще припуск 1 сантиметр, значит 2,5 сантиметра я отступаю и
так вот отмечаю мылом. На этой ткани мыло не очень хорошо видно, поэтому, ну, как получится. Тут неудобно. Много швов, толстенько. Надеюсь, получится что-нибудь приличное. Так, тут у нас спереди чуть-чуть поглубже, где-то 3 сантиметра по линии середины переда. Вот как-то так, да. Так-то можно было бы использовать, конечно, вот эту обтачку, которая у нас осталась. Сколько она сантиметров получилась? Она 4 сантиметра. 1 сантиметр уйдет в шов, останется 3 сантиметра. Как вы считаете, 3 сантиметра это достаточно обтачка? Тут вообще 2. Может быть, слушайте, и не выкраивать ничего дополнительно, а просто воспользоваться тем, что у нас есть. Посмотрим. Сейчас аккуратно вот здесь с плечевыми швами у нас, потому что там строчка разрезана и как бы не закрепок никаких нет. Вот, поэтому аккуратно, сильно не раздвигаем, чтобы не разошлись, то придется подшивать. Все, сейчас приколю обтачку, приметаю обтачку. Ну и примерю, посмотрю, что получается, потому что, может, даже и не придется перекраивать. Подшила ту обтачку, которая оставалась после того, как я срезала воротник-стойку. Вот такой результат получился. И вы можете видеть, как в области плечевых швов, да, торчит у нас немножко горловина. То есть вот этот подъем небольшой, который был заложен как раз на подъем воротника стойки, он у нас сохранился и теперь немножко вот такими ушками торчит. Я снова отпорю обтачку, изменю плечевые швы так, чтобы у нас в итоге горловина лежала ровно по телу. И вот так после всех корректировок выглядит горловина. На спинке сделала обычную застежку на пуговку и воздушную петельку. Но это еще не все. Я хочу показать вам, как сделала пояс из цепочки для сумки и остатков ткани. Я покупала готовую цепочку длиной 120 сантиметров, у нее на концах уже установлены карабины. Но если вам нужен другой метраж, то цепочки можно приобретать в намотке. Также бывают разные карабины, разные застежки. В общем, можно собрать свой вариант. Для изготовления вставки нам потребуется лента шириной 4 сантиметра и длиной 1,30–1,40 м. У нас цепочка длиной 120 сантиметров, но лента должна быть больше, потому что мы ею будем огибать звенья, соответственно, расход будет больше. Ширина ленты зависит от размера звеньев, от ширины звеньев на вашей цепочке. Я хочу, чтобы моя лента, вставка в готовом виде была шириной 1 сантиметр. Поэтому для заготовки 1 плюс 1 это на саму ленту и еще по сантиметру на припуске. То есть 4 сантиметра шириной и 1,40 м длиной. И теперь нас ждет самый интересный процесс изготовления пояса. Нужно продеть рулик в каждое звено на цепочке. На мой взгляд, получается очень красиво, и сам процесс достаточно увлекательный. У меня ткань мягкая, с эластаном, поэтому она легко укладывается внутри звеньев. Оставшиеся свободными хвостики подрезать, можно их заправить внутрь ближайших звеньев и обязательно закрепить потайными стежками, чтобы не разворачивались. Thank you.
Пояс получается универсальный благодаря тому, что карабины крепятся за звенья на цепочке, а их там очень много, то есть пояс подойдет на любой объем талии. Второй карабин можно закрепить за первый, либо где-то на протяжении пояса за одной из звеньев, либо можно оставить вот так свободно свисать вниз. На этом видео подошло к концу. Большое спасибо за внимание. Я была рада снимать для вас это видео. Пока-пока!